Мне кажется, очень важно сейчас создавать площадки для общения. Нужно знакомиться, нужно даже дальше общаться. И в целом я вижу, что нужно наводить, как говорят, мосты между людьми, как инвесторами, так и органами власти. И, в принципе, людьми, которые в индустрии заняты, даже там мелкий бизнес. Все мы люди, это позволит двигаться вперед. Очень рады, что сегодня наше мероприятие посетило более 300 участников. Здорово, что в рамках форума у нас получилось подписать соглашение о сотрудничестве. Прошли очень качественно B2B переговоры. Более 80 компаний приняли в них участие. Мы уверены, что наш форум станет доброй традицией, ежегодной традицией, и каждый год он будет посвящен той тематике, которая будет наиболее востребована и будет наиболее актуальной в информационной повестке. Понравился видеоролик? Закажите расчет вашего проекта на сайте ruvision.ru. Чик-чик.